Жители России массово забирают наличку из банков. Об этом сообщают РБК и другие российские медиа. Люди считают, что гораздо безопаснее хранить деньги дома. Все накопления, если продолжить их хранить в банке. Эксперты говорят, что каждое поколение людей, выросших в современной России в Советском Союзе, сталкивалось с полной или частичной потерей своих сбережений вследствие реформ или тяжелых времен. Снятие денег наши граждане считают самым безопасным способом сохранить свои деньги. В стране растет уровень неопределенности, люди потеряли доверие к банковской системе и не надеются, что государство будет помогать сохранять их деньги. К тому же особого смысла хранить деньги в банке нет. Проценты по депозитам упали ниже некуда. Теперь это перестало приносить дополнительный доход. Как сообщает информационное агентство «Регнум», на начало ноября 2020 года объем наличных на руках граждан и в кассах составляет почти 12,5 триллионов рублей. Олеся Алисюк, 41 канал.